Сергей Козлов. Теплым тихим утром посреди зимы. Бывает же, топишь печку, глядишь на огонь и думаешь: вот она какая большая зима. И вдруг просыпаешься ночью от непонятного шума. Ветер, думаешь, бушует вьюга. Но нет, звук не такой, а далекий какой-то. Очень знакомый звук. Что это? И засыпаешь снова. А утром выбегаешь на крыльцо. Лес в тумане, и ни островка снега не видно нигде. Куда же она подевалась, зима? Тогда сбегаешь с крыльца и видишь лужу. Настоящую лужу посреди зимы. И от всех деревьев идет пар. Что же это? А это ночью прошел дождь. Большой, сильный дождь. И смыл снег, и прогнал мороз, и в лесу стало тепло, как бывает только ранней осенью. Вот как думал медвежонок тихим теплым утром посреди зимы. «Что же теперь делать?» – думал медвежонок. «Топить печку или нет? Щипать на растопку лучинки или не надо? И вообще, как это так? Опять лето!» И медвежонок побежал к ежику посоветоваться. Ёжик ходил вокруг своего дома в глубокой задумчивости. «Не понимаю», – бормотал ёжик. «Как это так? Ливень посреди зимы». И тут прибежал медвежонок. «Ну что?» – издали крикнул он. «Что-что? Печку затопил?» – спросил ёжик. «Нет», – сказал медвежонок. «Лучинок нащипал?» «Не-а», – сказал медвежонок. «А что же ты делал?» «Думал», — сказал медвежонок. «Я тоже». И они стали ходить вокруг ёжикиного дома и думать вместе. «Как ты думаешь, — сказал ёжик, — если прошел дождь и теперь туман, может еще быть мороз?» «Не думаю», — сказал медвежонок. «Значит, если мороз быть не может, значит, может быть только тепло?» «Значит», — сказал медвежонок. «А чтобы было тепло, должно появиться солнце?» «Должно», — сказал медвежонок. «А когда солнышко, хорошо быть на реке?» «Я бы в жизни не догадался», — сказал медвежонок. «Тогда давай возьмем и позавтракаем у реки», — предложил ежик. «Угу», — сказал медвежонок. И они сложили в корзину грибы, мед, чайник, чашки и пошли к реке. «Куда это вы идете?» – спросила белка. «К реке», – сказал ежик, – «завтракать». «Возьмите меня с собой». «Ай да!» И белка взяла орешков и чашку и поспешила следом. Встретился им заяц. «Тепло, хорошо», – сказал заяц. «Вы куда идете?» «К реке», – сказала белка, – «завтракать». «Я с вами, ага?» «Идем», – сказал медвежонок. Выбежал из травы хомячок. «А я уже заснул», — сказал он, — «а тут вода». «Куда это вы?» «Завтракать к реке», — сказал заяц. «Идем с нами». «У меня еда с собой», — сказал хомячок и постучал лапой по раздувшемуся мешку за щекой. «Только чашки нет». И пошел следом. Пришли к реке, развели костер, сели завтрак. Выглянуло солнце. Солнце осветило реку и тот берег и завтракающих друзей. Туман растаял. «Если бы не дождь, — щурясь сказал хомячок, — так бы и не увиделись до весны». «Если бы не дождь, — сказала белка, — уж так бы не попрощались». «Если бы не ежик, — сказал медвежонок, — никто бы не догадался в такую теплынь позавтракать на реке». А ежик, прикрыв глаза, пил чай, слушал тишину, птицу, вдруг тонко и чисто запевшую за рекой, и думал, что если бы не все они, зачем бы понадобилось тепло
этому зимнему лесу.